подождите, тут два Мэтью Майоне. У него брат-близнец, ты что-нибудь слышал об этом? Такая богатая шевелюра у двойника, у близнеца Мэтью Майоне, но на коньках не катается, видимо. Интересно, стало ли это неожиданностью для самого Майоне? Ну, судя по всему, нет. Раз он с гитарой. Если бы у вас был брат, это было бы для вас неожиданностью, его появление. Ну, Люшкин тоже так себе. Но брат не так играет, такие, судя по тому, как обращается с клюшкой. Ну да, с гитарой как-то так сподручнее получается. Да, закружили голову Бобкову. Ой, да этот Йети-то и не брат вовсе, Майоне. Надо бы еще попросить крупный план. Кого-то он мне напоминает. Очень. Этот брат. Опаньки. Опаньки.